28 числа этого месяца будет 3 года с момента вынесения вердикта присяжных по делу Ярошенко. Они вынесли вердикт «виновен». Это произошло 28 апреля 2011 года. Сейчас, спустя 3 года, возникает, согласно американскому уголовно-процессуальному кодексу, возможность ходатайствовать о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Это можно сделать в течение 3 лет после вердикта. То есть буквально на следующей неделе мы представим Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк ходатайство в совокупности с новыми доказательствами, вновь открывшимися доказательствами невиновности Константина Ярошенко. Там в основном 3 главные аргумента. Первый аргумент – это то, что у американских агентов не было разрешения вести слежку за Константином Ярошенко на территории Киева. Я встречался с генпрокурором Украины. Это было несколько месяцев тому назад, еще до госпереворота в этой стране. И документы, данные мне Генеральной прокуратурой Украины, четко свидетельствуют, что американские агенты не имели права проводить спецоперацию. Также среди доказательств будут свидетельские показания нигерийского наркобарона Чигба Умеха, которого осудили вместе с Ярошенко на 30 лет, касающиеся того, что Умех просто не собирался ни при каких обстоятельствах работать с Ярошенко. На самом деле Умеху Ярошенко показался абсолютно несведущим в вопросах транспортировки наркотиков. То есть работать с ним Умех не хотел. И, наконец, последняя категория доказательств – это то, что будет представлено из африканской страны Либерии. Я сейчас не могу полностью разглашать суть этих доказательств, но они будут представлены в Нью-Йоркский суд уже на следующей неделе.